за совесть честь. Еще понятия такие есть. Свою Россию берегу, а по-другому не могу. За 20 лет функции и задачи отряда пересматривались много раз. Но понятия честь и совесть всегда были и остаются самыми главными. Создавался отряд в 90-е годы прошлого века в непростой ситуации, сложившейся в нашей стране. Тогда, на заре становления СОБРа, сотрудники выезжали едва ли не на каждое ЧП. Задерживали бандитов, брали с поличным коррумпированных чиновников, изымали незаконно хранящееся оружие, наркотики. Чувашские СОБРовцы постоянно выезжали в командировки в горячие точки на Северный Кавказ, Чечню, Ингушетию, Дагестан и Кабардино-Балкарию. Они знают, что такое война, не понаслышке. Мы когда с министром МВД обсуждали, вот как вот эти горячие точки начались, ни одного года не было амнистии для сотрудников Министерства внутренних дел. Ежегодно выезжают для того, чтобы восстановить мир и согласие в регионах Северного Кавказа. Благодаря за службу всех бойцов и всех членов семей хочу пожелать вам крепкого здоровья, такого же бойцовского характера, бойцовского духа, чтобы вы со службы всегда возвращались живыми и невредимыми, а семья ваша радовалась вашими достойными успехами в вашей службе. Тех, кто не вернулся из горячих точек, почтили минутой молчания. 128 сотрудников СОБРа награждены орденами мужества и другими правительственными наградами. Сегодня многие из них получили заслуженные медали, благодарности и почетные грамоты. К СОБРовцам всегда предъявлялись повышенные требования. Сейчас они стали еще более строгими. Каждый из бойцов должен иметь высокую физическую подготовку. Многие из действующих бойцов – кандидаты и мастера спорта по самбо, дзюдо и боксу. Кроме этого, СОБРовцы занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Под их опекой – кадетская школа номер 14 в Чебоксарах. Отрадно, что своим опытом, своей любовью к отчизне вы делитесь подрастающим поколением. Именно после встречи с вами многие мальчишки мечтают о службе в армии и погонах на плечах. Именно на вашем примере мы должны воспитывать настоящих патриотов. СОБР – это закрытое сообщество. Здесь нет случайных людей. Сами они называют себя боевым братством. Ну, у нас братство, не только все практически, начиная с Камчатки, Сахалина и заканчивая Калининградом. У нас в подразделении всегда дружим, и у нас пути всегда вот сходятся друг другу, всегда поддерживают. Прошли все горячие точки со дня образования подразделения. Неоднократно были вместе в одних командировках в горячих точках. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.